Сегодня хороший повод сделать вкусняшку, так как у моей дочки Полиночки сегодня именины, и сегодня ночью у нас крещение, поэтому придут гости. Вот, я вам расскажу свой любимый рецепт. Значит, нам понадобится 85 грамм масла, мы его растопили, одно яйцо, 150 грамм молока, миллилитров молока, разрыхлитель теста, 125 грамм сметаны, это муки, по-моему, я уже не помню, сколько муки, я потом напишу, сахар 100 грамм, орешки макадами, это самое сложное, их надо еще умудриться найти, вот, и очень красивая сегодня вяленая вишня, смотрите, какая шикарная, и 100 грамм белого шоколада, все, так, режем, а он уже был по долькам, но все равно его измельчим. Все, шоколадку измельчили. Теперь добиваем яйцо. Конечно, муку положить, но ладно, ничего страшного, все равно получится. Смотрите, в общем-то, видите, вот оно, это тесто, оно можно и не и без миксера, оно прекрасно перемешивается. Все, добавляем белый шоколад, прям все, крошки, все, что вообще все. Значит, орехов нужно 100 грамм и 100 грамм вишни. В этих упаковках вишни 300 грамм, а здесь 250, поэтому не все мы кладем. Оставим часть на украшение. То есть, если у вас пачечка по 100 грамм, 150 грамм, нормально будет. Они очень крупные, эти орехи, видите? Мы сейчас полпачки сюда закинем. Теперь добавляем вишни, 100 грамм вишни. Остальные украсим. Все. Так, теперь выкладываем формочки. Так, теперь берем орешки. И вот так вот выкладываем. Они потом очень классно поджарятся сверху в духовке. Они очень вкусные, эти орешки. Очень полезные, там много полезных элементов. И пару вишенок тоже положим. Духовку до 190 градусов и помещаем наши кексики. Таймер включаем на 30 минут. Ждем. Все, кексики готовы. Сейчас будем вынимать. Так, ну все. Будем вынимать из формочки. Ну, такие красавчики у нас получились. Смотрите, как красиво орешек подрумянился. Самая вкусная часть. Вот вам видно, как и красивый кексик получился. Это вишня.
просто объедение. Приятного аппетита!